К вопросу технического оснащения. Люди добрые, если вы собираетесь выращивать грибы, заходите на мой канал, подписывайтесь и смотрите видео. И вот там вы увидите, вот как легко и просто это все делается. Потому что вы у вентиляторщиков или спрашиваете, как делать вентиляцию. И они вам предлагают проект на 72 тысячи какой-то. Вот, посмотрите проект вентиляции и как выращивать грибы. 80-й левел. Прекрасный мобильный рукав, позволяющий направлять струю воздуха в любом направлении и давать ламинарный ток воздуха вот таким вот образом. Происходит страшная вещь. Мы дуем кислород, то есть воздух подаем на пол, инфекция поднимается, и у нас все тут начинает инфицироваться и зеленеть. Обращаем внимание, вот что у нас здесь происходит. Кто следит за каналом, тот видел, что буквально месяц назад здесь был курятник, потому что мы здесь держали, на лето просто взяли сюда перепелки. Здесь были с клеточками. Ну, мы после этого это все дезинфицировали. И, как видите, вот в умелых руках. Дело мастера, как говорится, боится. Значит, что? Вентиляцию видели. Относительно освещения. Ну, освещение сделано тоже неплохо, так вот равномерно распределено, чтобы грибы не вытягивали головы в разные стороны. Значит, освещение должно быть равномерным. Из технических приспособлений, которые контролируют климатику в этом помещении, здесь есть только грибовод в лице Макса Сайлера и вот этот очень нужный предмет, который показывает нам температуру. Визуально видим здесь 25 градусов. Это октябрь месяц. А относительно полива, происходящего в этом помещении, что же вам сказать? Обратите внимание на отсутствие наличия здесь каких-либо поливательных приборов. Чего так сильно боятся все грибоводы? Как влажно сделать? Как влажно сделать? Первое влажно сделаем. На пол не ложим никаких плиток, никаких ламинатов и никаких хитромудрых приспособлений. Здесь должен быть хороший, чистый бетон. Бетон должен быть для того, чтобы он гигроскопически классно впитывал воду. Поэтому для полива, в принципе, давайте для того, чтобы 7 раз не рассказывать, давайте один раз покажем это хитрое приспособление для полива. Нота. Итак, внимание. Сейчас я вам покажу секрет, как сделать влажность в грибном помещении. Для этого нам нужен будет очень хитрый предмет. Ведро и вода. Внимание. Делаем раз. Делаем два, делаем три и делаем четыре. Ясно?